И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил, и мы продолжаем прохождение игрушки Орден 1886. В прошлой серии мы там проникали в здание Остинской компании, в штаб-квартиру. И, в общем, мы в нее проникли, собрали всю нашу гоп-компанию, и сейчас будем дальше прорываться, по-моему, к архивам, чтобы найти доказательства причастности, собственно, этой компании. Ладно, поехали. Тут у нас перестрелка сразу. Тихо. Да какого хрена? Спокойно. Патроны. Ладно, давай револьвер возьмем. Кстати, можно. Меня накрыло огнем. Его нужно прикрыть. То откуда ты берешься? О. Никого. В смысле никого? Сахар. Ну пойдем. Нам же наверх. Че столпились-то? Ну ладно. Что-то не так. Может, здесь? Нет? Вы что стоите, да? А где Лукан? Ты что встал-то? Пойдем. Сломался чуток. Во, другое дело. Сюда, через балкон во дворе. Ну пойдем. Охрана во дворе. А это что такое? Какого права? Меня прижали! Прикройте его! Во, другое дело. Ай-яй. Найдите укрытие, рыцарь. Так, сидим, сидим, сидим. Не двигайтесь, я вас прикроем. Да ты угораешь, что ли? Да откуда стреляет он? Сучара, ты прикинь. Лыцарь, блин.
Да ты, сука, на тебе. Бэй, убил меня, ты прикинь, а? Так, ну да, аккуратнее. Кто? Мужики? Да чё вы доебались до меня? Кого это? Ай-яй. Больно. На тебе, тварь. Билли, термит! Берегитесь, термит! Скоро нагрянут другие. Идем. Сейчас, погоди, я пукалку возьму. Помогите открыть двери. Да и чё, винтовочка? Не, не пойдет. Так, чё там? Давай. Готовы? Готовы, давай. И куда мы пришли? Комната чё? С архивом впереди. Смотри, какой умный, а? Чё там? Газетки. Чё пишут? Повстанцы творят бесчинство на Вестминстерском мосту. Собственно, мы там бесчинство творили. Просто уничтожили всех в хламину. Так, чё, вперед? Та-дам! Просмотрите архивы. Ищите заявки, декларации, накладные. Любые свидетельства перевозки полукровок. Ну, пойдем. А что такое? Как здесь можно что-то найти? Спокойно, Финли. Искать будем мы. А ты посторожи. Что-то про полукровок, походу. Дорогой лорд Гастингс, что-то там непонятно. 5-5. Здесь ничего нет. Координаты какие-то написаны. Нету. Здесь ничего нету. Здесь ты сам поищешь. Это все пустая трата времени. Так, что там, завещание капитана? Архив. Так, собственно, вот оно, вот оно, не особо большое, читаем на паузе, если интересно, а если нет, то не читаем, все логично. Так, ничего полезного. Греческие статуи, что ли? А...
Непонятно. Тут ничего. Паньки, а тут что? Опаньки. Кажись, нашла. Рыцарь! Сюда! Вам будет интересно. Эти грузы отправлены в мою страну. Если документ не лжет, компания закрепилась уже в каждом индийском штате. Вот. Груз Агамемнона. Цель — восточное побережье Америки. И еще три груза в ту же сторону. Дальше корабль «Океаник». Отплывает через 6 недель. Где Финли? Какого? А где Лукан? Гастингс. Лорд Гастингс. Теперь верите? Все это его рук дело. Убийство Вуай Чепеля. Полукровки. Индийская компания. Все вы. Якоб Ван Нек. Или, как писаки из Флит-стрит нежно называли меня, Джек-потрошитель. К вашим услугам. Ублюдок. Благодарю, сэр Лукан, за доставку мятежников. Разберитесь. Не подведите нас. Вы... Весьма удачно, правда же, сэр Галлах? Лидер повстанцев пойман. И предатель найден. Все одним точным ударом. Предатель это вы, к сожалению. Алистер, как же так? Простите, брат. Прежде всего я храню верность своим. Своим? Бегите! Ой. Ублюдки, а? Ой. Не успел. Давай еще. Убегает ублюдок. Ну-ка за ним. Что ему жопу-то надрать ему надо? Куда он там убежал? Да блин!
Не успел. Ай-яй. Воу! Не-н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 е! Тихо. Капец. Фух, ох уж эти битвы с ликантропами хреновыми этими. А у меня что за... А, у меня никакой пушки. Ау! Блюдочное животное. Блин, не успел. Тихо. Блин, не успел. Да, блин, опять не успел. Ага. Оп. Ублюдок. Опаньки. На тебе. Ай-яй-яй, не-не-не-не-не, быстро-быстро-быстро-быстро. Есть. Тварь. Блин, а что живучий такой, а? Согласен. Да, блин. Бежим, 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 бежим. На тебе. Ха. Тихо. Чё там? Рыцарь, говорит командир. Подтверждено вторжение в главное здание Объединенной Индийской компании. Муниципальная полиция приведена в боеготовность. Защита жизни лорда Гастингса – наша главная задача. Задерживайте подозреваемых с особой осторожностью. Тихо, ой! А! Не ту нажал кнопку.
Ну, зубы красиво полетели, да, мне понравилось. Так, тихо, тихо. Мы дали клятву. Давай. Ай-яй. Сука. Именем закона, откройте дверь. Галахад, не смей. Стойте, я объясню. Кому сказала не двигаться? Вы прибыли вовремя. Нам сообщили о вторжении. Сэр Галахад ворвался сюда с бандой повстанцев. Хотел убить меня. Это ложь. О, вот, полюбуйтесь, к чему это привело. Сообщница сэра Галахада – женщина. Именно она лидер повстанцев. Пока она на свободе, но ненадолго. Немедленно отзовите охрану компании, лорд Гастингс. Поимкой этой женщины займутся рыцари. Изи, послушайте, вы ошибаетесь. Персиваль, отведите преступника в камеру. Мне очень жаль, что задание выпало вам, маркиз. Я более чем вы, месье. Уберите его с моих глаз. Благодарю вас, леди Игрейна. Вы вмешались очень своевременно. Мы просто выполняем свой долг, лорд Гастингс. И все же, сударыня, присматривайте за предателем повнимательней. Вот это поворот. Вероятно, вы предстанете перед судом. Нужны будут ваши показания. Я всегда к услугам рыцарей королевы. Вот так вот мы и попали. Так, глава 12, предатель среди нас. Вот почему нас пытали вначале. Так, 20 октября 86 года, Совет рыцарей, Вестминстерский дворец. Заключенный обвиняется в преступлениях самых тяжких. Он предал вековые устои нашего ордена. Более того, он вступил в сговор с безбожными мятежниками. И будто этих злодейств мало, он также покусился на жизнь нашего казначея, лорда Гастингса. Сэр Галахад – подлый предатель, человек без чести и совести. Я прошу совет назначить ему строжайшую из кар. Я прошу совета снисхождения. Сэр Галахад веками служил ордену веры и правды. Быть может... Нашего брата-рыцаря еще можно вернуть на праведный путь. Командор выказывает излишнюю мягкость. Доказательства против Галахада неоспоримы. Херово. Я видела Галахада в обществе этой мятежницы. Я не могла расслышать их разговор. Но они общались... Довольно дружески. Они покидали заведение, укрывающее повстанцев. Сэр Галахад говорил с лордом-канцлером и со мною. Он озвучил ряд абсурдных обвинений в адрес индийской компании и собирался разыскать лорда Гастингса. Пригласите лорда Гастингса. Лорд Гастингс. Скажите, вы опознали того, кто напал на вас? Поздней ночью сэр Галахад проник в нашу штаб-квартиру в сопровождении предводительницы повстанцев и ее сообщника. Я не была уверена, что иду именно за Галахадом, но... Нашла его мундир. Брошенный у логова повстанцев. Как его командир? Я пытался убедить Галахада одуматься,
Очевидно, моим советом он не внял. Эти люди атаковали нескольких охранников и ворвались в мои покои, намереваясь меня убить. Когда мы обнаружили лорда Гастингса, он был ранен. Он должен понести наказание за свои действия. Как все складно получается. Итак, рыцари, каков будет ваш вердикт? Виновен. 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 Надо было все рассказать. Виновен. Приговор смерть. Это как раз то, что в начале игры было. Ну давай, соберись. А мы-то с другом думали, ты уже покойник. Ну что, повторим? Закрывай. Лучше сдавайтесь. Такое не прощается. Вы забыли, лорд-канцлер. Я уже ходячий мертвец. Галахад! Да, сама его это... опрокинула и тут орёт там. Глава 13. Между жизнью и смертью. Осторожнее, друг. О, Тесла. Здорово. А ты кто? Он выживет. Это уж ему решать. Опять куда-то тащат, блин. Второе ноября. Два дня. Прошло уже два дня, мы не можем его так оставить. Я сделал все, что мог. Теперь не мне его защищать. Кто это был еще? Еще не было, а кто это есть? Я призову его, если он выживет. Друг мой, не покидайте нас. Сэр Галахад! Сэр Галахад!
26 ноября. Еще 4 дня прошло. Вот, леди Лакшми. Хорошо, что вы позвали меня. Я не знаю, как помочь. Его ищут по всему Лондону. Да, ищут. Мы о нем позаботимся. Выживет он или нет, время покажет. Тринадцатое ноября. Купите, Никола! У меня нет выбора! Мое отсутствие может вызвать подозрение. А вдруг они уже знают? Хватит, вы уже помогли. Теперь предоставьте это нам. А, все-таки они помогают ему? Я еще столько всего могу сделать, леди Лакшми. А, нет, это, я думаю, это и это. Хорошо. И Грейна. Не заботьтесь о нем. Боюсь, что без него у нас нет шансов. Второе декабря. Еще полмесяца прошло. Лакшми. Ну, рыцарь, вы так просто не сдаетесь. Где я? Вы в убежище на набережной. Выжил, скотина, а? Вы провели здесь без сознания почти 2 недели. Идемте. Нам нужно как-нибудь вернуться в Уайтчепл. Полиция вас повсюду ищет. Как вы меня нашли? Благодаря Николе. Он укрыл вас здесь и позвал меня. Никола, откуда вы его знаете? Пусть лучше он сам вам объяснит при случае, как мы связаны. Он оставил вам это. Надеялся, вы оцените. О-о-о. Мундир до пушки. Идемте. Лакшми, откуда вам известна черная вода? Мне даровали это знание. Так, давайте, наверное, на этом закончим пока что. Блин, все, конечно, интереснее становится. Конечно, предали нас вообще жестоко очень. От Лука она вообще как бы не ожидалась даже. Хотя он какой-то был подозрительный, конечно, но... Все-таки, я думаю, как-то по-другому все будет. Ну ладно, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Твиттер, ссылочки будут в описании к видео. А на этом все, с вами был Даниил, всего хорошего и всем пока.